Здарова, Империя, у микрофона Артём, это канал Snowworm TV, и у нас сегодня новая игрушка про сильную независимую мадам. Так, давайте смотреть. Русскую, как обычно, нету? Ох, это что? А, корабль падает. Ага, ясно. Мы разбились на какой-то планете. Не так понял. Клик-клик-клик. Да. Лунарис. Так, давайте я это побыстрее. Тут все равно ничего не понятно. Поэтому давайте ближе к делу. Так, умею прыгать. Бить. Так, это у нас инвентурь. Ну, короче, прыгаю и бью. Кнопки показаны, непонятно. Что это такое за шарики? Что-то типа 5-метроидной игры. Так, ну давайте смотреть. Выглядит, конечно, не восторженно. Хотел бы поинтереснее. Бывают такие игры прям вообще вау, прям эффект выдают. Они есть, бывают такие. Ну, как бы есть, есть так. Двойной кружок не могу делать. Так, здесь что? Здесь вот эти вот. А, ты плюешься. А если тебе вот так вот тыкнуть ножом? Ой, тихо. Ты куда, наверное? А, кто-то впереди плюется. Тихо. Наверх. Наверх, наверх. Ну, бюджетненько так, бюджетненько. Я и видел покрасивее игры, поинтересней. Но имеет место. Некоторым людям нравятся такие игры. Поэтому почему бы не показать ее. Музыка такая неплохая. Саунд. Звуковое сопровождение в этой игре. Что-то, электронное такое. Так, тихо, опять эта дурачка вылезла. Бьющийся. Ну, хорошо, что они с одного этого. Опа, аккуратно. Тут можно подохнуть. Но только не нам. Ой-ой-ой. Так, нарвались на кислоту. Неплохо она там, кстати, нам почти фу хп сняла. Половину уж точно. Это не есть клево. Пока собираем какие-то шарики. Опа, черепаха. Инопланетная черепаха. Типа покатились на ней. Так, хорошо. Наверх. Кислотные сгустки какие-то летят просто. Так, аккуратно. Не попади по мне. Опа. Неплохо. Так, а можно было наверх залезть. Так, наверх сбежимся. Тихо. А, здесь большой сгусток, да? 79 набрал. Не знаю, для чего они. Возможно, для прокачки. Потому что здесь есть инвентарь, видите. Можно что-то улучшать. Он же пауза, как говорится. Инвентарь и пауза. Пока просто идем. Вообще мы разбились, получается, да, на какой-то. Опа, аккуратно. На какой-то планете. Так, ну это плохо. Что тут прям. Что-то я куда-то провалился. Здесь вообще этих цветков прям тьма. Все плюются. Вороны. Ух ты! Ты чё, босс? Ага. Тактика называется «Ударь и убеги». Всё, готов. Выбудился из какой-то штуки. Ну, слишком такая, знаете, ну, не знаю. Какая топорная, что ли, чопорная. Так, что это, прокачка? Походу нет. Соточку мы уже набили, а для чего и чё? Подожди. Что такое? Почему заново?
Я же я заново начал. А почему заново-то? Я типа не ту кнопку нажал. Да? Возвращение на карту мира. Да. Смотрите, можно переключить было, оказывается. Обычно как бы, ну, всегда само по себе перелетает. Нет, тут надо выбрать. Иначе как так? Так, деньги собираем, а куда потратить их пока нету возможности. Опа, не успел. Я успел отойти. Так, сюда пойдем. С цветочков падают эти вот шарики. Черепаха трахтила. Поехали. Жалко в тебя. Опа. Тебя кинуть нечем. Так, это все просто тупо. Тупо собрал их, короче. Там был еще большой. Ладно. Был здоровый еще. Нормально. Так, это что? Смотри, говорит. Улучшалка, нет? Не знаю, что я подобрал. Но что-то есть. О! Хорош! Теперь могу стреляться. Что есть, как бы хорошо. На. Причем, по-моему, бесконечно, да? Ничего не тратит она. Никакой магии. Ну, в смысле, у меня нету этого потребления. Почему тебе по лицу не прилетает там? Прилетело, походу. Так, хорошо. Идем дальше. Босс, хочу посмотреть, есть тут боссы? Возможно, тут нет боссов. Так, здесь просто цветок. Которым просто сферы. Опа, новый обитатель этой планеты. Я только могу вперед стрелять, да? Получается. Тогда прыгну сюда. Ай-яй-яй. Почему-то я, когда сажусь, не могу бить. На. Ух ты. С одного удара не убивает. Мечом с одного. Так. Музыка поменялась. Опачки. Так, это кто? Аватар какой-то, что ли? Что это за русалка древних полей? Кто ты такая? О, чудо. О, чудо из чудес. Надеюсь, со мной драться не будешь. Так. Ага, апгрейд. Хорош. Что ты можешь апгрейдить? А сколько у меня? А, вон, соточка, 80, все. Спасибо. Апгрейдил, короче, меч и апгрейдил этот выстрел. О! Так, на него прыгать нельзя. Чужеродная птица моей души. Пошел отсюда. Так, уже поинтересней, уже как бы разнообразие такое, такое лоры и фауны тут наблюдаем. Аккуратно. Куда-то я двигаюсь. Только ради вот этих шариков, да? Ради большого шарика. Но его, короче, убить нельзя. Оно бессмертно. Поэтому хрен мы с ним. Главное не прыгать на него сверху. Все будет нормально. Так, а да, вперед. Я не знаю, тут очень много входов, выходов. Так, погибнешь, нет там.
умер, нет? Ага, умер, по-моему. Так, а мне можно жизни побольше? Так, а как из жизни, так, на, жизни получить? Чечек, что ты вообще здесь не видел ни разу? На. На. Ножом тебе по пузу. Так, ну вот эта черепаха медленная. Аккуратно. Главное, чтобы вот эта штука не плевалась спереди. Она плюется. Опа! Так, вот эти летучки. Хорош. Не знаю, куда иду, но просто иду. Так, вот. Возможно, так и спастись с этой планеты. Блин, очень медленно, нам ничем нет. Вот это дерево. Так, это что-то интереснее будет. Что это? Хорош, пришел куда-то, отлично. Кристалл какой-то, всевидение. Так, а, смотрите, можно сюда, можно туда и вообще, в принципе, да. Вот, видите, апгрейд пошел. Справа, видите, пока меч и сколько можно его апгрейдить красными этими. И так везде, походу, есть апгрейд. Ну, давайте здесь остановимся. Ну, такая, знаете, на 4 из 10 игрушечка. А, всем, кому понравилось, берите на заметку. С вами был Косид Артем. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, так как не стримы. Увидимся на сериях. Всем пока-пока.